Третьему полету готов наш земляк Олег Новицкий. Главная медицинская комиссия признала космонавта годным к очередному старту. Заседание комиссии прошло сегодня в Центре подготовки космонавтов в Звездном. В составе главной медицинской комиссии специалисты Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем и медицинского управления Центра подготовки. Эксперты оценивали и анализировали данные обследования космонавта, которые проводились в течение полугода после приземления Олега Новицкого. Это нормальные временные промежутки, потому что космонавт, когда возвращается, есть перечень мероприятий, которые он обязан провести после полета. То есть это встреча, реабилитация, восстановление какое-то. И когда он полностью готов, проводится медицинская комиссия, которая определяет его годность по состоянию здоровья на подготовку к следующему полету. Новостью о том, что по состоянию здоровья его признали годным к очередной космической экспедиции, Олег Новицкий поделился на своей странице в Инстаграм. После заключения главной медкомиссии он будет ждать назначения в экипаж. Для каждого участника разрабатывается собственная программа, а в соответствии с ней космонавт начнет подготовку к новому старту.